بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Дорогие братья, когда мы в последний раз поехали на Умра, мы посетили одного из ученых хадиса, которого зовут Абдуллах Ас-Саад. Ученый хадиса Абдуллах Ас-Саад. И с ним была долгая беседа с Магриба до Иша и после Иша, когда мы упомянули тему его трудов, то есть его книг. Он нам подарил некоторые буклеты, которые он написал. Буклет, который он написал и распространяет. То есть, не считая его книги и другие труды, то есть то, что было там под его руками, он просто нам передал к нам. И один из этих буклетов был буклет, который написано им по теме насмехательства. По теме насмехательства. Почему он написал именно по этой теме? Потому что это очень важная тема. На самом деле, очень даже часто встречается среди людей, и очень мало им внимания дают этой теме. Поэтому я решил, что очень важно будет эту тему тоже обсуждать. Это буклет. На нем написаны основные темы, касающиеся этого вопроса. Очень важно, на самом деле, в среде арабов это больше распространено, чем в среде кавказцев или других аджамов. Насмехательство над Аллахом, насмехательство над его посланником, насмехательство над его религией. Каждый человек должен знать, что он должен стараться, каждый мусульман должен стараться, чтобы сохранить свою религию. Чтобы сохранить свою религию от тех вещей, которые нарушают ее. Он должен изучать свою религию, изучать те вещи, которые нарушают его религию. Для чего? Для того, чтобы не попасть в это, и для того, чтобы предостерегать других людей от этого. И из этих вещей, которые нарушают религию, которые человека выводят из религии. И так, как сказать, очень несерьезно относятся к этому вопросу, это вопрос насмехательства. Насмехательство над Аллахом, насмехательство над его пророком, насмехательство над его религией. И каждый мусульманин должен знать то, что касается этого вопроса. То есть, когда это считается насмехательством, когда не считается, почему это является куфром, кто сказал это куфр и так далее. Этот вопрос, на самом деле, никто ее не поднимает, а на самом деле этот куфр является, находится в нашей среде. Что такое насмехательство? Насмехательство, он тариф пишет, то есть определение пишет: «Интикасу Рабби Субханаху Ва Та'аля». Вассухрияту минху. Это умаление достоинства Господа Субханаху ва Та'аля и издевательство над ним. То есть умаление достоинства что означает? То есть унижение его достоинства. То есть не давать должной значимости его достоинству. Ау интикасу ар-расули саллаллаху алейхи ва саллям вассухрияту минху. Или умаление достоинства пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или издевательство над ним. Ау интикасу ад-дини вас-сухрияту минху, или умаление достоинства этой религии, или издевательство над этой религией. Валь-ияду биллях.
Это определение, короткое определение насмехательства. Что такое насмехательство? На арабском языке это означает алистихза. Алистихза. И очень много доводов на то, что насмехательство является куфром. Насмехательство вводит человека из ислама. Из этих доводов то, что пришло в Коране, Аллах субханаху ва тааля говорит сурату Тауба, 65 аят, 66 аят. Валя ин саальтахум ля якулунна иннама кунна нахуду ва налабу. Аллах субхана ва тааля обращается к своему посланнику и говорит, если ты спросишь у них, то есть о тех словах, которые они говорили, издеваясь над религией Аллаха или над его сподвижником или над пророком, они скажут, поистине мы болтали, поистине мы игрались, поистине мы шутили. Уль, Аллах говорит посланнику Мухаммаду саллям, ты скажи, Абиллахи, ва аятихи, ва расулихи, кунтум тастахдиун. Разве над Аллахом, его посланником и его аятами, его знамениями вы издевались? То есть больше ничего не нашли издеваться, кроме Аллаха и посланника и его аятов. В 66-м аяте Аллах говорит, «Ля та'тазиру», не оправдывайтесь, не извиняйтесь, «Кад кафартум ба'да иманикум», вы стали неверными после вашей веры. Аллах потом говорит, «Иннафу ан таифатим минкум», если я прошу определенных людей из вас, «Нуаззиб таифатан», другую группу я буду наказывать, «Би аннахум кану муджрибин», за то, что они были грешниками, преступниками. И этот аят является ясным доводом, ясным текстом из Корана на то, что тот человек, который издевается над аятами Аллаха, или над Аллахом, или над пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, этот человек является кафиром, и этот человек выходит из ислама. И этот человек должен тауб делать и заново принять ислам. Второй довод. Хадис, который передал Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллаху тааля, также Ибн Аби Хатим ар-Рази. Оба они передают хадис от Абдуллаха ибн Умара, радиаллаху тааля анху. Радиаллаху тааля анхума. Абдуллах ибн Умар, сын Умара ибн Хаттаба, радиаллаху тааля анху, говорит, один из людей в газвату Табук, битва Табук, когда они поехали на газвату Табук, один из людей сказал в одном маджлисе, то есть подвижники сидят, и те лицемеры, которые вышли с пророком саллаллаху алейхи ва саллям на этот газва, сидят в одном маджлисе, и один из них говорит, я не видел, говорит, подобно, я не видел подобных этим чтецам. То есть чтецы кто? Это те люди, те ученики пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые выучили Коран наизусть, которые знали религию Всевышнего Аллаха. Мы не увидели, говорит, подобных этим чтецам. Арагаба бутунан, то есть очень много любят кушать. Издеваются над сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Валя акзаба альсунан, много врут, говорят они. Самые лживые языки, говорят у них. Валя аджбана инда лика, и самые трусливые, когда встречаются с врагом. Конечно, это является ложью. Никогда не были сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям таковыми. И один из искренних сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям встал в этом маджлисе и сказал, врешь ты, однако ты являешься лицемером. Прямо ему сказал в глаза. Непременно я это расскажу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И этот хабар дошел до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что определенная группа в определенном маджлисе обсуждали сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Издевались над ними. «Ва назаля аль-Куран». Абдуллах ибн Умар говорит, и тогда не спасался Коран. Какой Коран? То есть вот эти два аята из суры Тауба. Абдуллах ибн Амр говорит, другой сподвижник, «Ана раайтуху», я видел, говорит, этого человека, который это сказал, «Мутаалликан би хакаби накати Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Он держался за веревку верблюда пророка саллаллаху алейхи ва саллям и бежал за ним.
и говорил: «О посланник Аллаха, поистине мы болтали и шутили». То есть он оправдывался. Мы не имели в виду это, мы не хотели издеваться над сподвижниками. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорил, говорит: «Абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Разве над Аллахом и его посланником, и над его аятами вы издевались? То есть оправдание не дал пророк, саллаллаху алейхи ва. И этот хадис является достоверным, и его сифетчика является хасаном. Третий довод – иджма'уль муслимин. Единогласное мнение мусульман, что тот человек, который насмехался над религией или над Аллахом и пророком, этот человек выходит из ислама. Абу Бакр ибн Аль-Араби, рахимахуллаху та'аля, один из великих ученых маликитского мазхаба, говорит в своей книге «Ахкам Аль-Куран». Он разъясняет этот аят и говорит: «Ла яхлю ан якуна ма калуху мин залика джиддан ау хазлян». То, что они говорили про сподвижников пророка саллям, это может быть серьезно они говорили, то есть преднамеренно говорили, или просто шутили. То есть два варианта есть. Или они серьезно хотели издеваться над сподвижниками, и на самом деле были убеждены, что они таковы. Или просто издевались, просто болтали. И говорит он: «Вахуа кайфа ма кана куфрун». Как бы ни было, является куфром. Они были убеждены в том, что сподвижники таковы, или не были убеждены? Они преднамеренно это делали или просто шутили? Как бы ни было, это является куфром, говорит. Это Абу Бакр ибн Аль-Араби. «Фаинна л-хазла бил-куфри куфрун», говорит. Шутки куфром, это является куфром. То есть, например, кто-то сказал куфр, и это слово ты взял, этот куфр, как шутки говоришь людям. Этот человек тоже становится кафиром. Куфром шутить нельзя. То есть шутить куфром тоже является куфром. И он говорит: «Ла хилафа фихи байна л-умма». Нету в этом разногласий среди уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Не было ни одного ученого, который сказал, насмехательство не является куфром. То есть это иджма, это единогласное мнение. Этот человек выходит из ислама. Нет. И касаемо этого вопроса есть несколько вопросов, которые мы должны знать. Первый вопрос. Хукму ман хадара листихза. Хукм того человека, который присутствовал, когда издевались над Аллахом. Или над его религией, или над его посланником. У этого человека есть три положения. Первое положение. Этот человек встает и делает инкар. То есть он говорит: ты лицемер, ты лжешь, это не так. То есть встает и инкар делает. Этот человек сделал то, что он должен был сделать. Это ушел. Второй приходит. Это тот человек, который встал и не сел с этим человеком, который издевается над религией Аллаха. То есть он встал и ушел. Встал и ушел. То есть он не смог ему сказать: ты лжешь, или и так далее. Он просто встал и ушел. Этот человек следовал аяту из Корана, в котором Всевышний Аллах говорит. Сурат Аль-Ан'ам, 68 аят. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Когда ты видишь этих людей, которые болтают в моих аятах, то есть вокруг моих аятов, обсуждают, издеваются, болтают тем, что не знают. فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ. Отворачивайся от них. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Пока они не начнут обсуждать другую тему. То есть пока они обсуждают и насмехаются над религией Аллаха, и над посланником Аллаха, и над его знамениями и аятами, приказывает Аллах, чтобы пророк отвернулся от них и ушел. Тот человек, который встал и ушел, это тоже сделал то, что он должен был сделать. Однако у него иман меньше, и он не смог инкар сделать. Или, если он инкар сделал бы, еще большой фасад получился бы. Поэтому он просто встал и ушел. Третье положение.
Он слышит, что над Аллахом и над его религией, и над его пророком, и над аятом издеваются, и этот человек молчит и не делает инкар, зная, что это является куфром, этот человек становится кафиром. Валиязу билля. То есть, зная, что какой-то человек, которого зовут Курах, этот человек издевается над религией Аллаха, издевается над аятами Аллаха. И ты знаешь, что то, что он делает, это является куфром, что нельзя это делать. Ты сидишь и молчишь, и не инкар делаешь, не уходишь оттуда. Ты становишься кафиром. Выходишь из ислама, валиязу билля. Откуда мы это взяли? Опять-таки из Корана. Аллах Субханаху ва Тааля, сурату Ниса, 140-м аяте говорит: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал над вами в своей книге: أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا. Когда вы слышите, что аяты Аллаха отрицают их. То есть люди отрицают аяты Аллаха. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. И насмехаются над аятами Аллаха. فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ. Не сидите с ними. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Пока они не начнут обсуждать другую тему. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. А если вы сядете и не уйдете с этого маджлиса, то вы являетесь похожими на них. إِنَّكُمْ إِذًا. В этом случае вы являетесь похожими на них. И слово Аллаха «иннакум идам митлюхум», поистине вы являетесь похожими на них, это является, что этот человек становится кафиром. Почему? Потому что он стал похожим на этого кафира. То есть хукм этого же кафира на него тоже ушел. Также на это указывает тот же самый аят, который мы вначале прочитали. Аллах что сказал? Разве над Аллахом и его аятами, и его посланником вы насмехались? Не оправдывайтесь, не извиняйтесь, вы стали кафиром после вашей веры. И очевидно, что все они, кто присутствовал в этом маджлисе, все одновременно не говорили это. А что там происходило? Один из них говорил, а все остальные слушали. То есть и смеялись, и соглашались с этим. А один из подвижников встал, который не был с этим согласен, и сделал инкар. А все остальные что делали? Не встали и не ушли. Также инкар тоже не сделали. Аллах Субханаху ва Тааля про них что сказал? قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Вы стали неверными после вашей веры. Не сказал же Аллах, он стал неверным, или ты стал неверным. Кто это сказал? Аллах сказал, вы стали неверными после вашей веры. Не оправдывайтесь. То есть, если в любом маджлисе, в котором вы находитесь, кто-либо начнет издеваться, насмехаться над религией Аллаха, или над пророком, или над сподвижниками, или над семейством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или над аятами из Корана, или над хукмом из шариата, или над сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нельзя там сидеть. Или ты должен делать инкар, то есть сказать, заткнись, ты лжешь и ты врешь врага Аллаха. Или должен встать и уйти, если ты не сделал инкар, и не встал, не ушел, ты стал кафиром. Валиязу билля. Это очень опасный вопрос. Куртуби говорит, рахимахуллаху тааля, в своем книге «Аль-Джами' ли Ахкам аль-Куран» в тафсире. Аллах же говорит, когда вы слышите, что отрицают аяты Аллаха или издеваются над ними, «Фаля такуду маахум», не сидите с ними, пока они не начнут обсуждать другую тему. Какую тему? Ай гайра аль-куфри, говорит. То есть, помимо куфра, другую тему. Иннакум идзан мислюхум. А если вы не уйдете, то вы стали похожими над ними. Куртуби говорит, фадалла бихаза аля вуджуби чтинаби асхаби аль-мааси. Это указывает на то, что мы обязаны отдаляться от тех людей, которые совершают грехи. إِذَا ظَهْرَ مِنْهُمْ مُنْكَرْ. Когда они уже от них выявилось это. Почему? لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ. Почему? Потому что тот человек, который не отдалился от них, فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ. Этот человек стал довольным их делу. То есть их деяние, он согласен с ними. وَالرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ, говорит в конце.
согласие с куфром, это тоже является куфром. Как минимум своим сердцем ты должен инкар делать куфр. Как минимум должен встать и уйти. Любой человек, который сидит в маджлисе, в котором грешат, в котором издеваются над религией Аллаха, или в котором делают харам, или в котором делают любое ослушание Всевышнему Аллаху, этот человек должен встать и уйти. Если этот человек не встал и не ушел, если этот человек не сделал инкар, просто сидел и молчал там, тот делает то же самое, что тот делает это или говорит. Если те совершают харам, тот тоже совершает харам. Если те совершают куфр, то тоже совершают куфр. Второй вопрос касательно этого вопроса. Вторая тема. Это положение того человека, который насмехается над Аллахом, его религией и его посланником. То есть определенное положение есть этого человека. Первое положение. Он убежден, когда он насмехается над религией Аллаха, он убежден, что эта религия достойна насмехательства. Нету шака, что этот человек кафир. То есть в этом никакого сомнения нету. Второе. Этот человек насмехается преднамеренно. Однако у него нет убеждения в сердце, что эта религия достойна насмехательства. То есть он издевается, он насмехается, он шутит над религией. Он преднамеренно же это делал. Он же не по ошибке это сделал. Он просто, ему захотелось поиздеваться, пошутить, чтобы все смеялись и так далее. Однако у него нет убеждения, что эта религия является достойным этого насмехательства. Какой его хукм? Его хукм тоже самый хукм. Разницы нету. То есть он убежден, что эта религия достойна насмехательства, или не убежден, разницы нету. Если этот человек преднамеренно пошутил над религией, преднамеренно насмехался, преднамеренно издевался, этот человек становится кафиром. Даже если он убежден, что эта религия великая и никогда не достойна этого насмехательства. Разницы нету. Почему? Потому что ясно, в Коране они говорят, поистине мы шутили, мы болтали. Аллах им говорит, разве над аятами Аллаха, разве над Аллахом, разве над пророком вы издевались? Вы стали неверными после вашей веры, не оправдывайтесь. То есть в этом аяте ясно говорится, что эти люди говорят, мы не были убеждены, что она достойна этого насмехательства, мы просто шутили, болтали. Эта простая болтовня и шутка обернулась куфром, в котором не принимается уже его оправдание и извинение. И хукму этого человека, который издевался преднамеренно, чтобы издеваться, будто он убежден, что эта религия достойна этого насмехательства или недостойна, независимо от этого, независимо от того, что у него в сердце было по отношению к этой религии. Если этот человек преднамеренно пошутил над религией, издевался, насмехался, этого человека хукму, что этот человек кафиром является, что этот человек неверный. Почему? Шейх Абдалла Саад говорит, لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ الْإِسْتِهْزَاءُ مَعَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلُ. Потому что не может быть, что в одном сердце, которое верит в Аллаха, встречалось издевательство над Аллахом. То есть вера в Аллаха, а вера в Аллаха что такое? Вера в Аллаха не хватает. Мы сказали, что просто в информации он поверил, что Аллах один. Ее должно сопутствовать дела сердца. А дела сердца в чем заключаются? Возвеличивание Всевышнего Аллаха, любовь к Всевышнему Аллаху, упование на Всевышнего Аллаха, страх перед Всевышним Аллахом. Если это амаль-ль-калиб нету, если это дела сердца у этого человека, значит этого человека веры вообще нету. Поэтому и появилось там издевательство. Из-за того, что там веры нету. А если там вера была бы, если он любил бы Аллаха, если он боялся бы Аллаха, если он возвеличивал бы Аллаха, то никогда в жизни он не издевался бы над религией Аллаха. Не может быть такое, чтобы издевательство и вера в Аллаха, чтобы она встретились в одном сердце.
Поэтому Аллах Субхана ва Тааля Куран говорит: «Ля та'тадиру». Не извиняйтесь, не оправдывайтесь, вы стали неверными после вашей веры. Однако издевательство и насмехательство с убеждением, что эта религия достойная насмехательства, это, конечно, еще великий куфр. Еще глубже заблуждение и неверие. И третье положение того человека, который насмехался над религией, это по ошибке он это слово сказал. То есть язык просто, как сказать, выскочило слово. Даже он не был непреднамеренно. Как это пришло в хадисе, который передал имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, от Анаса ибн Малика, радиаллаху та'аля, анху. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Поистине Аллах больше радуется покаянию своего раба, когда он делает таубу, чем один из вас, который был на своем верховом животном в пустыне и потерял свое верховое животное, и над этим верховым животным была его еда и питье и провизия. Он искал ее, но не нашел, уже все. То есть он все его как бы надежды уже потерял, он, что он найдет это. И пришел к одной дереву, к одному дереву и лег под это дерево, под тенью этого дерева. Он уже потерял все надежды, что найдет свое верховое животное. И лег просто умереть, потому что нету еды, нету питья, нету животного. И в пустыне, у которого нету конца и начала. Лег просто умереть. И в это время перед ним стоит его животное. На нем его еда и на нем его питье. Он встает сразу, хватается за ее веревки и говорит от сильной радости. Что он сказал? «Аллахумма анта абди ва ана раббук». «О Аллах, ты мой раб, я твой Господь». «Ахта'а мин шиддати аль-фарах», говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ошибся из-за сильной радости. Он хотел сказать: «О Аллах, ты мой Господь, я твой раб. То есть все в твоих руках. Ты, если захочешь, чтобы вернулось мое верховое животное, оно вернется». То есть из-за сильной радости он ошибся и сказал: «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Если вот так по ошибке человек сказал слово насмехательство, то над этим человеком нету греха. Это просто ошибка получилась, он таубу сделает и все. Даже таубу делать не должен он от этого. Почему? Потому что это была ошибка просто. Следующий вопрос, следующая тема, касающаяся этого вопроса. Виды издевательства. Первый вид издевательства – это явное издевательство. Какой бывает явное издевательство? Явными словами издевательство. Как это получилось у этих людей, которые явными своими словами издевались над сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? А издевательство над сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это само собой издевательство над пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что в аятах Аллах субхана ва тааля говорит, что он был доволен этими сподвижниками. И подобные примеры встречаются в наше время тоже. Насмехательство и смех над обрядами религии. Или какие-то шутки, какие-то анекдоты придумывают над религией Аллаха. Над обрядами религии Аллаха, субхана ва тааля. Например, он смеется, когда ему приказывают, укорачивая свои штаны, свою одежду укорачивая. Он смеется над этой сунной. И он считает, что это не из религии, что это просто-напросто издевательство над человеком, и смеется над этой сунной. Субхана Аллах, как может человек издеваться и смеяться над этой сунной, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в одном из хадисов говорится: тот человек, который будет тянуть за собой свою одежду, возгордясь, то Аллах не посмотрит на этого человека в судный день. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: все, что является ниже шиколотка, это будет в аду. Это простой вопрос, что ли? Это не является из религии? Это такой вопрос, по поводу которого можно шутки сделать, что ли? Аллах не посмотрит на этого человека. Он будет в аду. И над этим издеваются и смеются некоторые люди. Эти люди выходят из ислама. Когда им говорят: бороду отпускайте, они издеваются над бородой. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям,
Больше, чем 5 хадисов, около 10 хадисов есть про бороду. Где пророк сам приказывает, отпускайте бороды, укорачивайте свои усы. Уберите свои усы, отпускайте свои бороды. Не будьте похожи на огнепоклонников. Эти все хадисы, куда они бросают? Это сунна пророка, саллиллаху, это сунна мусульман, это сунна мужчин. И над этим издеваются эти люди. Валлахи, нет веры в сердцах этих людей. Из-за того, что нету там веры, нету там любви к пророку, саллиллаху, нету там любви к сунне пророка, саллиллаху, они издеваются над сунной пророка, саллиллаху, над обрядом религии. Эти люди выходят из ислама этими насмехательствами. Это явное издевательство, когда они говорят, как у козы борода, или там еще что-то. Над сиваком издеваются, обзывают сивак всякими скверными словами. Второй вид издевательства – это косвенное издевательство. То есть слово не говорит. Однако, когда человек вот здесь стоит, субханаллах, и людям делает дават, у нас должны быть бороды, у пророка саллаллаху алейхи ва саллям была борода, он здесь стоит, вот такие видны, это, глазами моргает. То есть он слова не говорит, потому что он, знаешь, если слово скажет, по башке получит. Просто глазами моргает или там ртом какие-то указания делает, издевается над бородой. Это человек выходит из ислама. И это является косвенным насмехательством над религией Аллаха. Или еще яснее, может быть, даже из ясной насмехательства, если руками он что-то сделает. Или вот так сделает, там, махнет рукой на это или что-то такое сделает. Этот человек выходит из ислама. И последний вопрос. Это очень важный. Пишет шейх Абдулла Абдурахман Асад. Аль-Мас'аля Тур-Рабиа. Внимательно слушайте. Четвертая тема, касающаяся этого вопроса. Тамбихун ли акарибил мустахзии мин зауджатин ва ауладин ва нахвихим ва асхаби. То есть мы должны указать и напоминание делать родственникам этого человека, который издевается над религией Аллаха. Будто жена, или дети, или родственники, или друзья. Во-первых, говорит, яхруму аля зауджатил мустахзии اذا لم يتب ان تمكنه من نفسها. Является харамом жене этого человека, который издевается над религией Аллаха, лечь под этим человеком, пока он не сделает таубу. То есть давать себя этому человеку является харамом. Почему? Потому что он своим насмехательством стал муртадом. И по причине того, что он не сделал таубу, он, получается, упорствует в своем куфре, в своем ридде. И этим он становится чужим человеком от этой женщины. И если у нас есть возможность, мы должны разлучать между этими людьми, забрать у этого человека эту жену. И во время идды, во время 3 месяцев, если этот человек таубу сделает, осозная свою ошибку, вернется к Всевышнему Аллаху, тогда она возвращается к нему без никаха. Если в течение 3 месяцев, в течение 3 очищений идды, этот человек таубу не сделает, все, она может после идды выйти за другого замуж. وَأَمَّا أَقَارِبُهُ مِنْ آبَاءٍ وَأَبْنَاءٍ وَإِخْوَانٍ وَأَصْحَابٍ. То, что касается его близких людей, будто отец, или сыновья, или братья, или друзья, то они обязаны напоминать ему об Аллахе, субханаху ва та'аля. То есть предостерегать этого человека от этого греха, от этого куфра, и призывать этого человека к покаянию, чтобы он вернулся к Всевышнему Аллаху и сделал таубу. А если он не сделает таубу, то они должны этого человека подальше оставить. Хаджру должны сделать. То есть с этим человеком отношения не иметь. Мукатаам должны, то есть подальше оставить, салам не давать ему, с ним не сидеть, с ним не кушать, к нему в гости не ходить, подальше надо оставить. Кроме детей. Кроме детей, дети обязаны вежливо и добро относиться к своим родителям, даже если они будут в куфре. Как Всевышний Аллах в Коране говорит, وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Даже если они оба будут стараться, то есть родители будут стараться, чтобы ты предавал Аллаху сотовариша,
Маляйса ля кабихи ильм, на который у тебя нету знания, то есть нету довода. Фаля тутихума, не подчиняйся им обоим. То есть не подчиняйся им обоим. Илайя марджиукум, фа унаббиукум бима кунтум таамалун. Вы ко мне вернетесь, я вам расскажу о том, что вы совершали. В другом аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Васахибухума фид дунья маруфа». То есть в этом дунья относитесь к ним добрым образом, благочестиво. Однако не подчиняйтесь им, их приказах, чтобы предавали Аллаху сотоварища. То есть поняли, даже если у него жена, эта жена и харам является с этим человеком спать, она должна подальше держаться от этого человека, пока он таубу не сделает. Если он не сделает таубу в течение идды, она вообще не его жена и может за другого выйти замуж. Если у него есть родственники, отец, братья, дяди, друзья, эти люди должны подальше оставить этого человека, пока он не сделает таубу. То есть, во-первых, они должны напомнить ему, что он сделал куфр, предостерегать его от этого куфра и требовать от него таубу, призывать его к таубу, чтобы он покаялся и чтобы он вернулся к Аллаху. Если не вернется, они должны подальше оставить этого человека. Никакое отношение нельзя с этим человеком делать. Почему? Потому что этот человек является муртадом. Валя ияду билля. Акулу кавли хаза, ва астагфиру Аллаха ли ва лакум, альхамду лиллахи, ва раббиль аламин.